Господдержка сельского хозяйства в Алтайском крае будет избирательной. Стратегию субсидирования аграрной отрасли в 2014 году озвучил губернатор региона Александр Карлин. При распределении средств из источников разных уровней сельхозпроизводителям будут учитываться несколько факторов. Наряду с природно-климатическими показателями – это урожайность в прошлом году, а также какие именно культуры возделывает предприятие. Мы будем обеспечивать более действенную поддержку тем сельхозтоваропроизводителям, которые кроме растениеводческой отрасли занимаются также и животноводством. Будем поддерживать больше тех, кто занимается актуальными для края техническими культурами, например, сахарной свеклой. Это сейчас обсуждается, в том числе и с представителями аграрного бизнеса. Это не гелейная работа ведется. Наше главное управление сельского хозяйства находится в режиме активной консультации с нашим фермерским сообществом. В 2014-м власти планируют также оказывать поддержку производителям молока из расчета на 1 килограмм, переданный на переработку. Кроме того, обсуждается вопрос внесения изменений в порядок предоставления погектарных субсидий. Предполагается, что деньги будут перечисляться хозяйству не до уборочных работ или посевных, а по факту.